Это Курчатов, радио «Эхо Москвы». Мы говорили в студии о вашей профессии. Я спросил своих слушателей, как они относятся к коллекторам. Приходилось ли им сталкиваться с людьми вроде вас? Хотите узнать, что мне ответили? Я знаю, что вам ответили. 1 200 000 рублей. Это ваш долг, Михаил. Верните, пожалуйста, и звонки прекратятся. Вас ждать сегодня на открытии? Вам что, нравится мучить людей? Что вы за человек? Здравствуй, Артур. Тебе понравилось видео? А с кем я разговариваю? Извини, я в первый раз это делаю. Делаю что? Наказываю подонка. Артур, это не смешно. Что именно? И твоя выходка, и то, что она попала в интернет. Ты понимаешь, что не только себя, ты и меня подставил? Я никого не убивал. Ты загнал человека в угол и не оставил другого выхода. Это моя работа. Помогать людям возвращать долг. Ну, признайся, тебе страшно? Послушай, у здания собираются какие-то ненормальные. Хорошо, я выложу видео целиком. Если ты выпрыгнешь сейчас с балкона. Ты можешь выбраться через подвал. Я скоро все докажу. Дай мне час. Соскучился? Правда, бывает ужасно скучно.